Давай, давай, давай. Жги его, жги. Ой. А не меня. И ей все привет, дорогие друзья. С вами Димас Гусанёк, Фриз, Угабуга. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. А так всем здравствуйте. Вышел очень крутой пак на монстров и аниматроников Slender Fortress. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Очень классный пак на монстров, детализированный, и они настолько мощные. Сейчас мы будем смотреть, как они нас будут мочить. Вы готовы, пацаны? Да. Погнали. Мгновенная смерть, я даже не успел ничего сделать. А чё они такие быстрые? Разработчик не сильно перемудрился его скоростью. У него никаких способностей, да, нету? Просто бегай, да? Ой-ой-ой, пацаны, я ж не монстр. Я ж не монстр, вы чего делаете? Так, я возьму админский пистолет на всякий случай. Будем проверять, насколько он мощный. Сколько выдержит ударов. Да блин, он хочет меня ударить. Ого, попал, я попал в 4 очень мощных выстрела. Ему нифига вообще. Ребята, начинается веселье. Ставим лайкосики, подписываемся обязательно на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день и снимаем самые свежайшие моды по игре Garry's Mod. И не только, и Scrap Mechanic, и Brickricks, и разные веселые игрушки. Поэтому и комментарий. Вы его убили? Молодцы! Так, ну что, давайте, у нас их очень много, поэтому надо быстро всех посмотреть. Следующий, Black Mask. Они какие-то мега быстрые, ты еще быстрее, чем был. Давайте, мочите его, мочите! Очень быстрый. Очень быстрый, мгновенно убивает. Да блин, смотрите, я даже не успел уклониться. Что такое? Чё за псих? Ого, от него бомба отскакивает. Эй, псих, если ты будешь так жестко мочить, я возьму админский пистолет. А, блин, мгновенно убивает. Ребята, это жесткий мод. Мне он нравится, я люблю такие жесткие моды. Где это чилипиздрик? Извини, обстоятельства. Ай! Он всех, просто всех порубал. Но это нереальный псих. Ой. Ой. Вот он, вот он, я вижу. Кстати, по шарам стреляешь админскими пистолетами, нифига. Все, я его наказал. Ребята, ну у них очень много жизни. О, Бонька, погнал. Он тоже быстрый. Мне кажется, они все быстрее и быстрее с каждым разом. Вот это психи! Ребята, если этот ролик наберет 3000 лайков, а мы снимем с этими монстрами выживание. Обязательно. Кто знает, мы всегда так делаем, когда монстры заходят на моем канале. Ой, заспел, Бонька. Да-да-да, давайте, можно его за это время замочить. Ой, я возьму АР-2 шары, мне кажется, это сработает. Только попасть по нему уже очень сложно. А что он там делает вообще, танцует? Мужик. Ой, попал. Он что, на расстоянии убивает? Эй, отвали, 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 монстра! Это он жесткий! Ха-ха-ха! Где мой админский пистолет? Слышь, ты, тварь! Все, пацаны, я его наказал. Блин, много жизни, очень много. Чика! Еще такая же психичка! Ха-ха-ха! Вот это нереально! Как она мочит! Мне кажется, с ними выживание прям жестко надо будет делать. Да ты смотри, что она делает. И вообще, реально убить или нет? Куда она делась? А где она? Мы ее убили. Да? Похоже. Или убежала куда-то. А где она убежала? Давайте Z нажму, проверю. Да, она убежала. Очень странно. Чика, мне кажется, ребята, тот случай, когда она обосралась с наших оружий. Так, следующий у нас Demo Pen. Это что, у него сковородка в руках? Прикольно, хорошая отсылка. Кстати, они не боятся спрыгивать с большой высоты, а пацаны не боятся меня убивать. Ну ничего, мы же веселимся. Это же Garry's Mod для того, чтобы веселиться. А в него вообще реально попасть? Мне кажется, попасть прям сложновато. И он в угол спрятался. О, мочим его за это. Сейчас чувствую, я умру, сзади бомба взрывется, да? Нормально, смотрите, сколько АР-2 шары. Его мочат, и нифига ему. А я уже понял. Мочите, мочите его, пока он застрял. Мне даже интересно, сможем его вообще обычным оружием убить или нет? Да, есть, я его убил с УЗИшки.
Ой, это было так легко. Следующий у нас Дрип Полиц. Ха-ха, как он нас убил! Это что, у него оружие в руках? Он с одного удара всех убил. А как он попадает, если пуль не видно? Расстояние. У него такая куртка прикольная, какая-то, знаете, блестящая такая, ну прям эпическая курточка. Да что он делает? Эй, если ты будешь так делать, я возьму админский пистолет. Вот и все. А что понты не колотил? Ты смотри, грамотей нашелся. Наказал. Фестив Барней. It's me, я понял. С бензопилой, челик! Барни с бензопилой, ну это, ребята, жестко. Че, убили его? Нет, он плавать пошел. Он плавать пошел. Он что, дурачок, что ли? А что с ними? Они как-то странно себя ведут. Ладно, давайте еще раз его поставим. Это смотри, что делает. Опять в воду он убежал. Опять плавать пошел. Ха-ха, ребята! Вы отойдите от воды. Они в этом ролике боятся нас. Не, давайте следующий. Фокси! Ой-ой-ой, мгновенная смерть! Фокси псих! Ха-ха, еще песни бегает, поет. Короче, ребята, Фокси сегодня весело. Патроны кончили. Попадай, попадай, кстати, ребятушки, попадай, нормально. Конечно, не так, как хотелось бы. Так, где этот псих? Да отвали, да он хочет меня убить, пацаны, помогите. Кстати, Фокси нас не боится. Он реально нас не боится. А что ж вы делаете, я понял. Да он пират, а пираты никого не боятся. Так, шары, шары, шары. Нереально крышит, нереально. Побежал, побежал. Тихо, 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 успокойся, псих. Не, ну, ребята, увидите, когда вот такой неадекват, тут надо админский псих. Давайте правой кнопкой мыши его помочить. Пацаны, если кого-то убью, обстоятельства. Нифига себе, сколько он выстрела выдерживает. Убили? Нет. Нет, жив. Сзади. А! Похоже, самый шипучий. Мы его должны убить. Ребята, монстры реально какие-то читерские, согласны? Да. Ну все, я его наказал, потому что он какой-то нереальный. Фредди Фазбер. Ух ты, блин, опять мгновенная смерть. Блин, и когда я их включаю, они сразу убивают меня. А почему так? Да что за скорость у них? Разработчик, ты что наделал? Че они такие быстрые? Вообще нереально попасть. Представьте, с этими аниматрониками записать... Аниматроники пугают охранника. Вообще, возможно будет двери успевать открывать или закрывать? Да, в них можно вроде вселиться. Да, да, да. Так, если ты вселишься, ты будешь так же само быстро бегать, понимаешь? Да, убили. Так, Golden Despy King. Ух, чувак! Золотой чувак с золотым мечом. Офинтеть. Пак вообще разнообразный. Красиво, да, пацан отлетел? Ха-ха, рыбкой вперед. А? Да ну вы ж меня мочите, а не его. Обстоятельства. Ой, красиво попал в него, ну шары что-то его не сильно наказывают. Похоже, надо бросить. Я вижу его, буду стараться убить. Это он светится уже? Или он и светился так? Он меня тут светится. А может это у него какая-то другая стадия уже? Это, ребята, стадия его злости. Есть! Попи шерсть. Молодцы, пацаны, наказали. Так, я манал, сейчас, короче, его поставлю. Буду стараться далеко удержаться от них. Hell Knight. Ой-ой-ой, это монстрище. А! Он все равно меня хочет убить. А я уклонился, кстати, от него. Попадаем, попадаем, кстати, ребят. Ну, нормально прям лупим его. Пойдет. А смотри, что делается. Че, он убежал в воду, что ли? А, не, вон нет. Он. Попадаем, давай, давайте, мочите. О, выкладывай, что пушку взяли с Гренвича. Это прикольно. Это хорошо. Воду упал. А что, он опять побежал плавать? А вот он, может, не может выйти. Давай, выходи, щенок. Сезон купаний. Да-да-да, что-то они, ребята, все любят покупаться. Он, кстати, тоже прикольно светится так. Ай-яй-яй. Красиво, я уплыл. Блин, он меня убил. А где твоя пушка? А, и пушку удалил. Разломал. Ой-ой-ой, красавчик. Да смотри, где он взялся. Нереально мощный, ребята. Это очень читер. Сейчас еще мы его чуть помочим, если нет, беру админский пистолет. Молодец! Красавчик! Вот эта пушка мне нравится. Так что давай, будешь сейчас мочить опять их.
Так, следующий у нас Ларри Лобстер. Это тот Ларри, который со Спанч Боба? Ну да, это он! Нет, ты его так быстро убил? Хорошо. Мутант-зомби. Тихо, тихо, тихо. Чё, давай, пусть попробует нас убить. А чё он бегает и не дамажит нас? Ой. Ой. Вообще жесть. Нет мутанта. Может в конце их поставить всех прям? Ниндзя спай. Пошел, пошел. Кстати, он умнее рорный, а я все скачал. Мне кажется, он недоделанный еще этот пак. Ну что, он сегодня вышел только. Вот это хорошее попадание, ты молодец. Ну, кстати, эта пушка медленно поворачивается, но ты рассава попадаешь в них, так как они очень быстрые. Нутпоундер. Тихо, нутпоундер. Ой, блин, у него прикольные штуки такие в руках. Еще нету. А что, он на молекулы его растворил? Даже труп исчез. Вообще жесть. Обесься. Хотя это... Ой, прикольный! Фредди с кувалдой и в шапке охранника. Сейчас его еще разок поставлю. Мне он очень понравился. Тихо, тихо, тихо. Псих, псих. Я понял. Пацаны сегодня очень жесткое оружие взяли. Но это и хорошо. А давайте мы еще раз его поставим. Мне он понравился очень. Не попал. Он сейчас тебя завалит. На, кувалдой по башке дал. Давай, 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 мочи. Он пушку разломал, вы видели? А, или вы, наверное, удалили ее. Он, кстати, тоже светится. Да, 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 они все как-то прикольно сделаны и светятся. А че, мы его не можем пушкой больше взорвать, не? А вот пушку послал. Давай, мочи его, мочи. Хочу посмотреть, как ты его взорвешь по красоте. Это было эпично. Ребята, ролик заслуживает лайкосика. Purple Guy. Так, 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 так. Тихо, пусть меня замочит. А он меня и убить не может. А не может. У него какая-то походка, как у зомби. Сейчас его с лица земли сотрут. Надо подальше отойти от него. На! Так ты хотя в него не попал, а он отлетел очень жестко, я тебе скажу. Так. Сарта Блоуд. Нужен труп. Не, давай на следующую серию его оставь. Да ну подожди, пусть немножко помочит. Я понимаю, что у тебя пушка мощная. О, так это Санта. Злой Санта, да? Да. Тесак в руках, ребята. Просто замочил нас жестко. Помогите. Нет, тебе уже никто не поможет. Давай, Санта, мочи. Они как-то бегают зигзагами, да? Не по прямой. Вот смотрите, смотрите, бегает и не мочит никого. А че он так себя ведет странно? А убежать от него, конечно, невозможно вообще. А никак не убежать. Тихо, 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 псих. На. Красавчик. Давай с пушки, гаси его. Молодчик. Так, следующий у нас SCP-106. Это дед. Это дед, да, по звуку я уже понял. Убей меня, убей. Что они попадают? Они как-то странно очень двигаются в этом паке. Очень он странно. А, стрелами вообще в него нереально. А вот попал, кстати, стрелой. Где пушка? Давай, пушечник, мочи его. Тоже будет всех нас перевалить здесь. Ай, граната тоже без... О, РПГ! Есть, попал! Нет, не попал. Тяжело попасть в РПГ. На, был мега взрыв. Вот это песок сыпется. Он пушку захватил. Он за пушку сел. Это что, он сейчас будет по нам стрелять? Охотник. Ой, я его сфоткал. Ха-ха-ха, я все подряд жму! Чё с ним? Молодчик, о, красавчик, нет. Все уничтожил. Так, поехали дальше. Севмо. Ой, прикольный челик. Руки связаны у него как будто. Вот это похоже на зомби. Зомбачачина какая-то нереальная. Нет. Не, ну попасть в них вообще сложно, ребят. Ну смотрите, насколько это сложно в него попасть. Давай, 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 мочи его. Давай, давай, давай. Жги его, жги. Ой. А не меня. Ничего, обстоятельства, я понял. Давай, пушечник, мы в тебя верим. Ты сможешь его уничтожить. Да ну нереально попасть. Я хоть надеюсь, разок в него попал вообще или нет. Бензопилой, давай, серия СМ-2.
Да, в него еще прицелиться, ребята, очень сложно, ну, нереально. Ой. Ну ничего, ничего, мне нравится. Прикольная серия, где именно мочилова жесткая. Надеюсь, подписчикам тоже такое зайдет. Убил. Убил, молодец. Шадоумен. Похоже на обычного фиолетового Фредди. Ну реально, обычный фиолетовый Фреддишкин. Вообще, убить реально его или нет? У него уже все в крови. А, он меня хочет убить. Где он? А, я по всем стреляю. Ай-яй-яй, замочил. Псих какой-то. Ну, давай. А, ну не меня. О, да вот это хорошая пушка. Давай. Мочи его, я отлечу. Хочу посмотреть, как ты его замочишь. Ну, эта пушка прям тяжело в него попасть. Он сейчас до пушки добежит. Давайте посмотрим, что он с пушкой сделает. Такое ощущение, что он специально уклоняется. Ого, ты его откинул. На. Он живой. Он выжил. Мы в конце ролика, ребята, всех взорвем. Мы всех поставим и лупанем их. Ладно, я бил пушку. Мне кажется, этим пистолетиком надо чисто как почесать его. Все, в углу застрял. Мочим. И вечно под пули подлажу. А я не дотягиваю. А вот уже сейчас дотянется. Мы его, ребята, просто в порошок растерли. Так, и последний с этого пака. The Trapper. Ого, ой. Рокер какой-то психический. Тоже, кстати, с трубой. Я на самом деле вообще в Гарри Спот вижу первый раз таких быстрых монстров. Обычно так не делают быстро. Ну, делают, кстати, медленнее. Какая-то анимация есть. Анимация есть? Да, он... А ну пусть он меня замочит. А, да, я вижу. А чё у него... Он вытирает, кстати, топор, когда убиваете. Смотрите. Оп, и вытер типа, его. Делает, типа, чтоб ты к нему подошёл. Типа, иди сюда. Не-не, он вытирает топор, когда убивает тебя. Вот смотри, сейчас замочит меня, видишь? И вытирает об рукав. Да. Просит, чтоб ты к нему подошёл. Да-да-да, нет, не просит. Он просит, чтобы его взорвали. Так, ребята, очищай карту. Отключаем искусственный интеллект, и мы сейчас их будем взрывать. Всех ставим, всех. Грэдвич. Музыка у всех прям играет жесткая. Так. Отлично. У каждого NPC есть музыка. Представляете, насколько круто сделан этот пак? Прям респект разработчику. Так, пацаны, сбрасываю бомбы. Отходите все отсюда, обязательно. По старой схеме будем сбрасывать Грэндвич 1000, СЦ-1000. Раз, два, три, четыре, пять. Все, отходим, отходим все. Летит. Три. Два, один, пуск. Так, сейчас будем, ребята, смотреть, кто из них самый живучий. Вот это именно осколки поразлетались. Пока что еще не за один занят. Ну, там парочку умерла, я видел. Раз, два, три, четыре, пять. А вы тоже сбросили? Так что, вы всех убили? Если вам понравилась эта серия и этот пак с монстрами, и аниматрониками, и SCP, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, и всем пока. Это что, сейчас бомба в воду упадет? Мне кажется, она не взорвется. Пацаны, просрало. Еще одна. Ой, нет, не просрало.